В Тюменской области задержали мужчину, который перевозил 10 килограммов гашиша. Он ехал по трассе Тюмень-Омск. Сотрудники дорожной полиции решили остановить машину для проверки документов. Правоохранители заметили странности в поведении водителя. Он явно нервничал. Во время досмотра у него обнаружили 8 брикетов с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это гашиш. Подозреваемый во всем признался и рассказал, что приобрел партию наркотиков в Санкт-Петербурге через интернет. После покупки наркокурьер выехал в Новосибирск. Там он планировал сбыть запрещенное вещество. Уголовное дело уже возбуждено. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Запрещенное что-то везете? Такси, да. Что предположительно? Вот так же переписывали. Гашиш.